Интересно, многие ли еще помнят вот такое приспособление? Это даже не инструмент, приспособление. И как оно называется? Было вот такое. Потом его немного усложнили, добавили тут резиночку, рукоятку такую, чтобы можно было его это удобнее чуть-чуть работать. Но принцип оставался. Потом попробовали сделать в виде такой насадки для дрель. Но все это такое было неудобное, и из строя быстро выходило. Но вот этот простой, вот этот вот, уже подточенный, им пользовался, перепользовался. Значит, называется этот инструмент, шлямбур. Использовали его для того, чтобы пробить отверстие в стене. Брался обычный такой советский молоток. Вот этот шлямбур. И ударялось по нему, выбиралось там место в стене, где надо бить. Ударил, повернул, потихоньку, по кусочку пробивал так дырку. Если в стене, допустим, керамзитобетонной, ну, в пятиэтажных домах, это да, попроще сделать, то особенно трудно было это сделать в потолке. Плиты перекрытия, они такие более прочные, с хорошего бетона сделаны. А в 70-е годы как раз в моде было такое, шторки весили, не что, ну, шторы, да, занавески, на струны, а струна крепилась, там уголки по краям, дыры, они прикручивались и натягивали струны. Несколько часов, может полдня долбить, чтобы вот четыре дырки продолбить, вставить дюбель. Дюбелей просто тогда тоже не было. Делали деревянные такие пробки, вставляли их туда и вкручивали шурупы. Саморезов не было, шуруп-то тоже еще вкрутить было непросто.